Пришла коробочка. О, рыбалка. О, красавица какая. Камера. Это катушка. Вот с грузиком. Щуп. А где камера сама? А вот камера. Вот плеер сам. О! И все, типа, в такая камера работает. Неплохо. Дай свет включить. Весь свет. Включатель. Да ладно. Ночная рыбалка. Тут ничего света нету. Нормально спину. Поехали. Это вот это надо убирать, что ли, дадим. Батарейка целая, да, полная? Да, полная батарейка. Привет, всем рыбакам! Едем на рыбалку зимнюю. Так, там никого. Бур берем. Сейчас спутники. Это первый этап добавления лунок. Ну так, где-то глубоко, да? Ты на одну повесь? Ну давай на одной. Очищаем лунки, а то. Да. Хотел сказать, от известковой накипи. Достаем нашу систему, и сейчас будет погружение. Интересно, посмотреть, что там внутри находится. Но пока мы ничего не видим. Я так понимаю, она у нас падает еще. Идет погружение. О, дошли до дна, опустились. Все. Тогда сейчас это закреплю резинкой, чтобы лишнее не отпускать. Ага. Вот так система поверхки работает рыбы под водой. Крутим лунку и наблюдаем. Ну, не видать там удочку, нет? Сейчас посмотрим. Сейчас удочка. Я сюда пущу, как будет. Примерно вот так мы видим крючок. И мы не видим его. И он здесь. Вот-вот видим крючочек. И вот так у нас... Рыбы нету. Рыбы здесь нету. Класс. Какая-нибудь рыба. Рыбалка 21 века. Она вон, видишь, как падает. Грязь, ага. Раз поднимает. Видим, что падает и поднимает грязь. Так что учитывайте, когда рыбачите. Ну, она рыба и подходит сюда. Снасти не видать. Ой, я за рыбку вижу. Какая там окунь? Да, вроде бы это окунь. Пойдем. Ну и уплыла, да ладно, серьезно. Ты тягаешь, она уплывает. И целые три штуки аж.
Уплыло. А? Уплыло. Они стоят, вот, подходят. Трава подходит, смотри. Давай же клюнь, клюнь, клюнь. Что-то они такие неохотные. Они еще клюя. Окунь нет. О, посмотри, ты видишь их? Да, я вижу. Попробуй кучку отвел, смотри. А ударил, ёкала мане. Как бы подбил. Она маленькая какая-то. Это у нас окунь, да? Да. Ну давай же клюй. Смотрят такие. Как кто-то рыбачит. Так, всем привет. Не хочет брать. Стоит, смотрит, а не хочет брать. Вон, она еще глазами двигает, это все. Сейчас вот я камеру. Да. Ну ладно, хоть на рыбу посмотрели. Ну давай же на камеру клюнь. Мы тут тебя ждем. Связан, он развернулся, уплывал. Пару слов о рыбалке. Пару. Рыбы нет. Плавает, не подходит. Рыба плавала по дну. Хрен поймешь, не одну. Хит. Рыба правда говорит. Всем привет. Идем с рыбалки. Сняли палочку кадров, как рыбка там плавает. Вот, мне очень хорошо. Но... Кто сегодня бил, смотри. Это Серега был рыбак. Или Олежка. На массе видит. Все, порыбачили домой.